всем привет. И еще мы находимся, точнее, только уже находимся на острове Баракай. Куда-то собрались пойти погулять, не знаем куда. Hello, sir. If you want try island hopping, island tour. Go around the island with boat, include your lunch. Tomorrow. Tomorrow, holiday. Where? Here. I'll take you there. Окей. Покажет, говорит, где покушать можно будет. Что? Да это тур какой-то. Тур? Я тур. Ну уже хотят. Boat? День. Is it boat? Boat from station 3, go around. We are very tired. Tomorrow. Ну, окей, thank you. Maybe tomorrow. We think again. Окей, thank you. Just tell me. Окей, окей. А что будет? Блин, что это за остров хвалит, а остров? Баракай. Куда может пляж? У нас так смотрят. Люди гроссоперы, вот туда, наверное, пляж дорога. Куда пойдем? Нет, нет, нет. Нам долго сейчас идти, наверное. Километр, по-моему. На нас надо как на туземцев смотрят. Ну пусть смотрят. Гляди здесь, какие разрухи развалины. Это ж офигеть можно. Hello. Hello. How are you? О, а если мясо купить, где его готовить-то? Нигде, я не буду готовить. Chicken and pork. Chicken, chicken. А вы can I cook it? Говорит, только приобрести можете. Думайте сами, где вы это будете готовить и сожрете потом. Думайте сами, решайте сами, да. Ты знаешь, что у меня первое впечатление, тут грязь ужасная. Как этот остров, по твоим словам, хвалят люди? А мы не в пляжной зоне. Пыль, грязь, ну и что, все равно смотри. С тобой идем по реальному острову Баракаю. Какая разница, пляжная зона, не пляжная? Hello. 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 How much? 10 pesos. 10 pesos? Yeah. Each. 10 песо. Beef? Yeah. Pork. Pork. Будешь, нет? My friend speak don't know. No, okay, thank you. Гороскопер, ты знаешь, вся вот эта обстановка опять мне чем-то Мадагаскар напоминает. Офигеть, грязище везде и бардак, ужас. О! Приехали на курорт. Ты же говоришь, что ты где-то прочитал или увидел, что этот остров хвалят, говорят, что он один из лучших. Вот, покажи карту. Вот порт. Вот здесь морской, где красный указатель. Вот мы сейчас прошли. Ага. А вот здесь вот уже пляжная зона. Немножко осталось. Ну пошли. То есть вся надежда там, на пляжную зону. Это в натуре какая-то великая стройка. Да, что это такое? Это охереть. Сотрудники на песчаный карьер. Нифига себе островок. На котором мы с тобой были, он гораздо круче. Уютненький, красивый этот, как он назывался? Панглав.
Панглау остров гораздо круче. В любое место на байке едешь, где пешком идешь, красота, красивенько, аккуратно. Вы видели по роликам по нашим. That's my dog. Your dog? Yeah. Моя собака. Да, да, я понял. Это моя собака. Hello. How much? Hello. Chicken how much? 200? 250. 250 песо. 250 песо. Посмотрим, что тут на острове в магазинчиках продают. Выбор скудненький. Нам с тобой мыло кусок надо купить. Вещи стирать будем мы. Порошок. И мыло. Вот мыло. Давай возьмем. И вон порошок. Берем. А где порошок? Вон порошок в пакетах тай. Дошираки везде. Выпечки, булочки, все как на Мадагаскаре. Yeah, I want to try. Hello. Hello. I want one. One. And. One. And. Oh, one. Thank you. This one, sir, is five, and this one is ten. How much? 15 pesos. 15? Yeah. 15. Гороскоп 5 песо дай. А у меня нет. У меня 10 есть. Давай 10. Не надо мне металл отдавать. Гаей. О, oh, here you are. Thank you. Thank you, bye. Гороскопер. Здесь что развито? Обратил внимание? Такая же выпечка на острове. Кофе растворимый. Сильно зажаренные курицы. Где-то ты это уже видел? Где? А, на их роликах. И здесь тоже мы встречали уже на другом острове. А, в Сибу. А, да. Остров Мадагаскар и Сибу. То же самое вылетает все, вот. Сейчас рынок вам покажем. Тут прям на пляжу ночной. Yes, señor.
Баракаи вроде бы какая-то центральная часть. Все здесь гуляют, магазинов, кафешек много. А прям напротив стройка, дороги пыльные, грязь. Дышать нечем. Такая неважная обстановочка для отдыха, сами видите. Manager. Okay. I will. Okay. No, I speak my friend. What? How many ladies here? More than 11, 13. Something like that. 11 lady person. Pure lady. No lady boy. Lady. How much short time? A minimum 3 hours. Ah, 3 hours? Minimum. Ah, how much? The 3 hours is for 3,000. 3,000? Yeah, 3 hours. Six only? Six and massage. Yeah. If no massage, six only, no massage? Minimum, my friend. No five. 2,500? Yeah. 3 hours. How old lady? 18 to 21. Young lady. 18? Yeah, 21. Yeah. Гороскопер. С 18 до 21 года, девчонки. Today first time we go Баракай, tomorrow come back. Okay, today we tie. Tie, tomorrow. Tomorrow come back. You call me, I give you number. You give me number. Гороскопер, запиши его телефон. Очки-то одень. Look smart. Smart. Говорит, с 18 до 21 года, девчонки. 12 person, lady. More than. Mark, my friend, Mark. Your name? Mark. Mark, your name Mark. Mark, if I like lady, short time 2,500. Yeah. Have room, no have? No room. But we have room. I know the room. Lady, go with me my hotel. Yeah. Okay. Palo hotel. 3 hours. 3 hours. Okay, thank you. Tomorrow we call you. Okay, call. Anytime, morning, day or night, anytime. Okay, thank you. Говорит, с 18 до 21 года, девчонки.
по 2500 на 3 часа. И в наш отель. Окей, Марк. Remember, my name is Arato. Arato? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. I will meet you here tomorrow. Okay, okay. Okay. Thank you, Marc. See you. Okay. Ну вот, слышали, на острове Баракая обстановка с девушками какая обстоит. Довезут нас до места, показывают девочек, говорят, 10, даже больше их там будет. Возраст от 18 до 21 года, 2500 на 3 часа. Забираете в свой отель. Будут силы, завтра эксперимент проведем. Ну вот, поехали за сутку с этим. Тебя хрен поймешь, блин, в гороскопе. Садись сюда, я туда сяду. My friend, 100. Это 150. Сотку я договорился, ты че, блин? 100. А он не знает куда, я ж показывал. Они какие-то слетающие инопланетяне. Окей, окей. Ну что, сегодня на этом закругляться будем. Всем счастливо. Еще появимся.